Факториал есть площадь какого-то прямоугольника. Чтобы посчитать сторону этого прямоугольника, нужно посчитать длину сторон прямоугольника факториала. Сначала нечетное. Это рост прямоугольника в вертикаль. А2. А3. А4. О, нет. А3. А5. А7. А9. А11. Это нечетные факториалы. Длина стороны. Длина вертикальных сторон прямоугольника при счете при нахождении факториала нечетного. Факториал 1, факториал 3 и тому подобное. 3 умножить на 1 равно 3. 5 умножить на 3 – 15. 7 умножить на 15. То есть А5 умножаю на 7. 15 умножить на 7. 7 умножить на 15. 105 вроде. Сейчас проверю. Пять умножить на 9. 945. Проверю опять. Калькулятор. Мать. 105 умножить на 9. 945. А, правильно. И последняя, самая сложная. 945 умножить на 11, ну, то есть в другом порядке, 11 умножить на 945. Я калькулятор использую в уме, ну, сложновато пока, не тот уровень. Так, сброшу. 945 умножить на 11. 10395. Это вертикальная сторона прямоугольника, площадь которого будет равна 12 факториал. Теперь четные горизонтальные стороны прямоугольников. Прямоугольника посчитаю. А2, А4, А6, А8, А10, А12. Если 12 факториал, то это будет достаточно. Двойки, наверное, равно. Доктора равно двойке. Дальше. Четыре умножить на 2. 4 умножить на 2. Равно 8. Ой. Равно 6 умножить на 8. 6 умножить на. Просто шестерку умножаю на предыдущее произведение. 48. 8 умножить на 48. Сколько там? 2, 4, 8,
384. 384. Тут у нас равно 10 умножить на 384 равно 3840. Ну и последнее. Тут у нас вертикаль. Тут горизонталь. Длина стороны по горизонтали, длина стороны по вертикали. 3840, 3840, 0 на 12, равно 38400 и 7680. 46080, 46080. Да? Правильно? Сейчас я проверю на калькуляторе. Так. 3840. 0 на 12. Правильно. Ну вот. Я нашел сторону прямоугольника. Две стороны прямоугольника. Площадь этого прямоугольника равна 12 факториалам.12 факториал равно 12 умножить на 11 равно 10395 умножить на 46080 равно, возьму калькулятор, проверю, посчитаю. 10395 умножить на 46080 равно, ух, какое большое число то получилось. Четыреста семьдесят девять миллионов 1600. Сейчас я проверю по-другому на инженерном калькуляторе. 12 факториал, кнопочка тут есть. 479 тысяч 1600. Вот, совпадает с калькулятором, с расчетами, с проверкой на калькуляторе. Чтобы посчитать, например, 10 факториал, 9 факториал, нужно А9 умножить на предыдущую, А8, равно А8, ну, А9 умножить на А8, равно 945 умножить на 384 равно, сейчас, где тут кнопка сброс, вот она, 945 умножить на 384 равно 362880. Вот это просто другой способ расчета факториала. Факториал можно рассчитывать в другом порядке, путем вычисления длины сторон прямоугольника, а потом две эти стороны можно перемножить, чтобы узнать площадь прямоугольника, что равно факториалу. К этому открытию пришел я. Может быть, кто-то еще дошел до этого, но я об этом никогда не слышал. Сейчас графически изображу. Графически.
показать точечный рисунок. Я имею. И как тут и вид масштаб увеличу. Я имею квадрат.